Какая вы нечисть по знаку зодиака? Давайте разберемся, что такое нечисть, и так ли она плоха, как звучит, в нашем гороскопе нечистых сил по знаку зодиака. Если верить в народную мудрость, то нечисти создавал как сатана, чтобы уничтожать добро, посеянное Богом, так и сам Господь из грешных ангелов, отправленных в преисподнюю. Также существует версия, что теми самыми демоническими существами становятся люди, которых еще называют заложные покойники, некрещенные дети, самоубийцы, умершие неестественной смертью, люди, похищенные нечистью, водяным, русалками, лешим, дети, которые рождены от нечистой силы, или были прокляты родителями. Не всегда нечисть делает гадости. Например, леший может учить секретам знахарства, домовой ухаживать за животными и порядком в доме. Может нечисть, конечно, и пакостить, пугать различными звуками, гулом, воем, стуком, треском, прикосновениями, щекоткой, бессонницей у человека, могут двигать вещи, склоняют к греху и даже к самоубийству. Люди привыкли бояться нечисть, защищаясь от нее оберегами и молитвами. Но что, если нужно попробовать ее понять? Мы поможем вам распознать вашу нечисть по знаку зодиака. Она ведь тоже, как и вы, однажды родилась. Но перед просмотром советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой канал. Приятного вам просмотра! Овен, змей Горыныч. Марс оказывает на животное непреодолимое влияние, что заставляет его испепелять окружающих заботой и вниманием. Змей Горыныч – зверь импульсивный, порывистый, дерзкий. Все время говорит исключительно то, что думает, даже если его не спрашивают, и даже тогда, когда умоляют молчать. Ему не мешало бы научиться правилу 3 секунд и сначала думать, а затем говорить. Бессмысленно просить его поставить себя на чужое место, этого дара ему не дано. Мыслит змей Горыныч категорично, поэтому чаще всего преувеличивает факты. Телец – домовой. Домовой – это настоящий золотой телец. В его тайниках много золота и серебра, но никогда в жизни он не расскажет, где находится то самое богатство. Домовой очень заботлив, но также упрям, эгоистичен, неуступчив, кого угодно замучает ревностью. Не стоит пытаться его переспорить, потому что он даже не слушает своего оппонента. Самый страшный сон любого домового – это еще один домовой в помещении. Они друг друга просто убьют. Близнецы – леший. Леший – натура неоднозначная. 5 минут назад он мог рассказывать веселые секреты о лесных феях и гномах Белосежки, а сейчас уже требует тебя немедленно убраться из его жизни, потому что ты все портишь. Чтобы понять леших, нужно иметь здоровую психику и очень много свободного, исключительно на них, времени. Также нужно иметь шикарное чувство юмора, иначе никак, с занудами им не по пути. Будьте готовы к тому, что у леших всегда и во всем виноваты звезды, луна, солнце, вы, но не они. Честно говоря, занудство у леших тоже не отнимать. Рак – кикимора. Кикимора – нечисть ранимая и мечтательная, добрая и сентиментальная. Ей так тяжело выбирать между семейным очагом и родным болотцем, что полжизни она так и мается. В любовных делах не может разобраться, чего ей не хватает для того самого счастья. Часто начинает жалеть о чем-то, когда теряет. В грусти и печали может находиться очень долго, ей так комфортно. Кикимора – самый верный в мире друг. Если вы попали в беду, то она вас с удовольствием заберет в свое лечебное болото, познакомит с пиявками, поганками и другими милыми гадостями, но спасет. Лев – кот Баюн. Кот Баюн – тот еще артист. Пойдет налево – песнь заводит, направо – сказку говорит. Эта импозантная нечисть привыкла быть в центре всеобщего внимания и обожания. Вы, это, главное, не забывайте аплодировать ему каждые 2 часа и доливать молоко. Также готовьтесь к тому, что кот Баюн совершенно внезапно может забывать некоторые вещи. Причем предугадать невозможно, все это очень выборочно и индивидуально забывается. Если будете его недостаточно гладить, то он обидится и пойдет со своей золотой цепью на другой дуб. Так что, имейте в виду. Дева – Баба Яга. Баба Яга – нечисть мудрая, которая просто устала от человеческого лицемерия и злобы, поэтому предпочла уединиться в глухом лесу. Мизантроп, потому что, вот, нечисть весьма скрупулезная и учтивая в своем цинизме. Пока ты о ней даже не думаешь, она в своем домике на куриной ножке варит для тебя свеженькое зелье из мухоморов.
Баба-Яга замкнутая, осторожная, требовательная и занудная. Компромиссов от нее не жди. С полуслова понимает, когда ее пытаются обмануть, и, не щадя обманщика, выгонит его из своей идеальной избушки паршивой метлой. Весы – Мара. Мара – нечисть, которая долго не может определиться, чего ей не хватает для комфорта, и нужен ли ей вообще комфорт. Мару хлебом не корми, дай поговорить, и она расскажет вам всю свою длинную жизненную историю. Если вы хотите добиться взаимодействия с этой нечистью, тогда должны изрядно потрудиться, чтобы заинтересовать ее. Главный принцип жизни – зачем идти там, где можно стоять, зачем стоять там, где можно сидеть, зачем сидеть там, где можно лежать. Если у вас с нервишками не все отлично, то лучше откажитесь от глубокого общения с ней, поверьте, всю душу вытрясет, не пожалеет и грамма. Скорпион, русалка. Намереваясь искупаться, обязательно прихвати с собой полотенце, резиновые тапочки и делай все очень тихо, чтобы тебе не встретилась русалка. Это милое с виду создание заставит тебя ждать, пока она часами расчесывает свои волосы, даже если их немного, и если ты посмеешь помешать процессу, забьет гребнем и утащит на дно. Русалочья натура очень переменчива. Секунду назад она пожертвовала ради тебя голос ведьме, а уже спустя мгновение превратила своего возлюбленного в пену морскую. В то же время русалка независима, своенравна и непокорна, чтобы на нее повлиять, дави на жалость. Стрелец – лихо одноглазая. Лихо одноглазая становится лихим только в том случае, если его разбудили. Такому обидчику он не пожалеет ни лука, ни стрел, ни копья, ни других орудий. Те несчастные, кто додумался навредить этой нечисти, точно вынесли для себя одну истину – не будить. Однако, лихо неисправимый романтик и меланхолик. Эта нечисть верит в чистую и искреннюю любовь до гроба и на века, идеальные семьи и дружбу до последнего вдоха. Он бескомпромиссно верит в любовь с первого взгляда, в дружбу со второго и в развод с третьего. Козерог, Кащий бессмертный. Кащий бессмертный – особь упрямая, честолюбивая, обворожительная, ослепительная, харизматичная, страстная, дерзкая, как пуля, резкая, а еще пуленепробиваемая и водонепроницаемая. Эта нечисть не склонна к полноте, можете смело ей завидовать. Лучший в мире стратег и умный руководитель. Очень ценит все, что пришло в его руки тяжким и упорным трудом, готов часами молиться на свои плоды. Берегитесь, нечисть очень ревнивая и с маниакальными склонностями. Может годами вынашивать в себе план, чтобы реализовать его вовремя. На вид приятен и улыбчив, но в мыслях одно, под каким соусом подать вас себе на ужин. Водолей, соловей-разбойник. Соловей-разбойник – существо дружелюбное, веселое и безответственное, в основном. Принцип по жизни – в любой непонятной ситуации – свести. Это позволяет ему без малейшего сопротивления забрать коня, оружие и другие блага. Соловью подходят творческие профессии пера и топора. Не скупо так одарен от природы, но сил хватило развить только умение красиво свистеть. Отличается общительностью, оптимизмом и нечеловеческим обаянием. Умеет и любит строить воздушные замки, которые сам же потом и рушит на глазах у изумленной публики. Рыбы – водяной. Водяной настолько привязан к своему болоту, что порой и вовсе перестает из него вылезать. В глубине души этой нечисти всегда есть место мечтам о морях и приключениях. Этот неисправимый романтик верит в алые паруса, может похвастаться живым воображением устрицы и интеллектуальным потенциалом дельфина. У водяного тонкая и ранимая душа, но ни одна болотная тварь не способна оценить этого по достоинству. Всегда обитает на глубине и зрит в корень. Если потянешься к нему за советом, можешь утонуть. А на сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр и подписку. Советую вам еще посмотреть наше видео «Как зовут вашего ангела-хранителя по знаку зодиака». Ссылку оставлю в описании под этим видео. Напишите в комментариях, какая вы нечисть по знаку зодиака. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие наши видео. Всем удачи!